Бердские работники культуры тоже отметили сегодня свой профессиональный праздник. Как прошло торжественное мероприятие в честь работников культуры нашего города, мы расскажем вам в понедельник. А сегодня в эфире телеканала ТВК смотрите наш фильм «Звезды культуры Бердска». Культура – это путеводная нить и святой источник красоты, сопровождающие человека с самого рождения и дарующие ему свет нравственной чистоты. Бердск по праву можно назвать одним из самых важных культурных центров Новосибирской области. И в первую очередь это заслуга тех людей, которые служат культуре, щедро делясь своим опытом, знаниями и талантом с жителями нашего города. Каждое из 7 учреждений культуры Бердска – это целый мир, яркий и неповторимый. Фильм «Звезды культуры Бердска» выйдет в эфир сегодня в 20 часов и в 21 час. Также его можно будет посмотреть на нашем сайте tvk.tv.